Ну, раньше писали такие книги, делали такие видео, разные авторы. Ключ к успеху, путь к успеху, шаги к успеху, секреты успеха и так далее. Я тогда в свое время написал книжку, а где взять силы для успеха? А вот сейчас мы проведем вебинар, где взять силы для успеха, превращая энергию стресса как трамплин для новых достижений. То есть как превратить любой стресс как источник новых сил. Особенно это нужно и для ленивых. Но не хочется тебе что-то делать, а тебе надо. И вот тогда ты применяешь эти новые приемы. Где взять силы для успеха? Для обучения, для восстановления, для работы, для переговоров, в общем, для всего, для всего, для всего. Потому что говорят, нужно иметь волю, а где взять эту силу для этой воли? Так вот, где взять силы для успеха? Путем трансформации энергии любого стресса в свои новые достижения. Смотрите.